В регионе продолжается экологическая акция «Чистые берега». Накануне на уборку вышли местные школьники. В порядок привели территорию рядом с Нарьян-Марским морским портом. Это излюбленное место горожан. Многие после себя оставляют горы различного мусора, в основном пустые бутылки из-под алкоголя. В этот раз к акции присоединились и отдыхающие. Прямо в купальниках они вооружились мешками и пошли наводить порядок. Тем продолжит Ирина Нежалова. В этот пакет, потому что там штука, это покрепче у нас пакет, да? Старшеклассницы городских школ во время летних каникул помогают сотрудникам Центра природопользования наводить порядок на берегу Печоры. Каждую неделю здесь появляются новые кучи мусора, преимущественно бутылки. Буквально вчера еще здесь не было банок, вот бутылок. Сегодня дни хорошие стоят, а сегодня уже снова приходится убирать. Люди пластмассовые бутылки пытаются набить песком, выбросить в реку, ну и разбить стекло. Убирать стекло, конечно, очень сложно. Вот. Да и я считаю, что каждый должен подумать над тем, как наш город и округ сделать чище. Вооружившись перчатками и пакетами, школьницы убирают мусор за теми, кто решил оставить его на берегу. Присоединились к экологической акции и отдыхающие. Одна из них Галина. Сейчас она живет в Сыктывкаре. Приехав в Нарьян-Мар, решила выйти с семьей к речке. А там, где вы живете? В Сыктывкаре? Там чище? В Сыктывкаре, наверное, да. Немногим. Вот, тоже есть места для отдыха, но люди там все-таки стараются поддерживать чистоту. Вот, меня радует, что вот приходят заинтересованные люди, вовлекают других жителей в то, чтобы убирать за собой. Ну как думаете, можно у нас в России воспитать культуру людей, чтобы... Ага. Я думаю, что все идет из семьи. Если в семье принято убирать, не принято бросать на улице, не засорять окружающую среду, то ребенок будет вести себя точно так же и в других местах. Все идет из семьи. Как нам рассказала Анна Булатова, подобные акции по уборке берегов от мусора проходят и в населенных пунктах округа. Сегодня в Нарьян-Маре в районе морского порта старшеклассники вместе с отдыхающими собрали 12 мешков с различными отходами. В прошлом году мы вывезли более 4 тонн с этого берега. В этом году гораздо чище, но хотелось, чтобы мы не прибегали к еженедельной уборке территории, чтобы это было уже в норме жителей. Внести свой вклад в уборку берега реки Печора может каждый отдыхающий. Только совместными усилиями мы сделаем наш округ чище. И важно помнить, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Ирина Нежалова, Антон Бодряков, телеканал «Север».